развала Советского Союза свалили нахрен. Поэтому я, как бы дедушка, он сам, он, скажем так, он против Советского Союза ничего не имел, но как бы он и Запад очень любил. Не зря он в Израиль поехал, ему там, скажем так, понравилось. Не то чтобы там намного круче жить, там опять же война постоянно, поэтому он нас туда не увез, хотя была возможность туда увезти. Ну, меня, папу еще тогда, одну из бабушек, ну и плюс вторая бабушка с матерью не захотели того, чтобы он нас увез. Ну, типа, украл там сына и так далее. Ну, я не знаю, насколько это хорошо, плохо. Тем не менее, он довольно много по нашим меркам, по украинским денег заработал там. Купил машину, там за квартиру платил, там некоторые вещи сделал и так далее. И там довольно крупную сумму в долларах, ну скажем так, не 1500 долларов, а гораздо больше, привез именно на черный день. Ну и там через несколько лет он умер после того, как приехал. Но, в общем-то, он предвидел все это, он говорил, что Украина как совок, она, ничего в ней не поменялось, еще будет какая-то революция нормальная, ну, надо будет ее менять, или же она просто будет пиздец здесь твориться. И говорил, конечно же, вот, что интересно, он говорил это до того, как это у нас в Украине стало мейнстримом. Что Россия это недораспавшийся Советский Союз. И что, в общем-то, от нее ничего хорошего не стоит ждать. Я не помню, сейчас не могу сказать, говорил ли он, что будет война с Россией. Но, скажем так, многие эксперты говорили об этом. Так что вот такие вот дела. Я бы сам хотел быть настолько прозорливым. Я отчасти был прозорливым, когда поменял гривны, в которых были все мои деньги, в доллары. Когда еще было это по 12 гривен за доллар. И, кстати, я сейчас думаю, что стоит даже по 21 гривне за доллар менять. И вообще убирать все гривны и менять их в доллары. Потому что говорят, что гривна продолжает обесцениваться и очень сильно. То есть, что реформы проходят слишком медленно. И что им все препятствуют, и, в общем-то, это говно такое, что ужас. Вот реально. Это такой позор реально. То есть, что патриоты, ну, я понимаю, конечно, что нужно быть там европейскими и так далее. Но в Европе мы видим, к чему все это привело. И то, там даже жестче, чем у нас. Опять же, вот, то есть, отвечать нужно разрешать без всяких, то есть, без всяких там по ситуации и так далее. Азовцы говорили, что им нужно позвонить, и только тогда им разрешат с артиллерии открыть огонь. Хотя, вроде бы, это уже отменяли, но опять кто-то назначил. Там же, вроде, Ярош советник. Он не может ничего этому, забыл кому. Тому, который, короче, слил, забыл, что там было. Дебальцево, кажется. Кстати, я ездил через Дебальцево, когда на море на Азовское ехал. Ну, не знаю. По железной дороге, естественно. Ну, так вот. А также, естественно, вот эту вот коррупцию. Ее надо карать сильно, и я даже не знаю. То есть, вот, как говорится, нужно было давно уже всех нахрен уволить и новых набрать. Ну, пусть даже вот эта вот верхушка, пусть даже там Порошенко один останется. Ну, пусть там. Пусть в парламенте уже останутся эти, ну, вы поняли, какие нехорошие люди, пидоры. Но остальных надо всех заменить. Но нет же ж ни хрена. Они что, типа, получают от них деньги или что-то подобное, то есть взятки.
В общем, это такое дерьмо. Чем они там занимаются, я не понимаю. Год, блин. Они залипают свои мобильники, продолжают. Это... я не знаю, что. Ну, уже ж некуда тянуть, я не понимаю. Ну, пусть... они радуются, что у нас не так, как в ДНР и ЛНР. И что у нас не так, как в России. Ну, отлично, у нас свобода есть. Только за... как нам ею воспользоваться? У нас экономической свободы нету. И что, что мы можем говнять Порошенко? От этого он менее богатым не становится, что мы его говняем. Ну и что, что это... мы там чего-то можем. Ну и что, что у нас продукты и газ есть. А толку с этого, что газ дорогой, а продукты, ну, тоже дорогие. Ну и, по сути-то, они у нас и раньше были. То есть, нам радоваться тому, что просто не исчезло то, что у нас и раньше было. Ну уж, спасибо, извольте. Извините меня, если бы в ДНР были поля, были там люди, фермеры остались какие-нибудь, то у них бы тоже были продукты. И не только контрабандные. Хотя там почти все разорили, даже из того, что осталось. Ну, логично, они же пришли грабить. То есть, хохлы пришли грабить хохлов, и при этом еще и уговорили одних хохлов защищать грабителей, которые грабят хохлов. И при этом одни хохлы убивают других хохлов, и убивают их за то, чтобы их грабили. Ну и, естественно, долю откат получают какой-то. В общем, все это такой бредятина. Я не знаю, я с самого детства... да, я понимаю, что это отступление затянулось, но... я надеюсь, кому-то оно понравится. Если вам не нравится такое, то... напишите, что ли, под видео. Я знаю, что как минимум 2 человека смотрят то, что я здесь снимаю. А это уже что-то. А особенно если они из Украины, то вы меня, я думаю, поймете. Если же россияне, то вот как я вижу. То есть нам это никто не запрещает говорить, но опять же, от того, что ты говоришь, никто ничего менять все равно не будет. К сожалению. В России даже говорить запрещают, у нас говорить не запрещают об этом. Но как-то... не всегда все эти дела, все эти разговоры идут в свет. Ну так, система отвратительная, просто, я не знаю, это вот, если бы Россию там никак не реформировали, ее, конечно, реформировали с целью, собственно, империю новую опять создавать. То есть реформировали только то, что позволяет воровать, как у нас в Украине, и то, что позволяет там других нагибать кого-то, там концентрировать власть в руках одного человека, великого императора ВВП. У нас же, то есть, опять же, у нас больше совкового, чем в России осталось, значительно. В той же армии, там, в тех же всех вещах. В экономике очень много совка всякого. Ну, по крайней мере, сейчас, вот, кроме государственных, все уже не совковые предприятия. Потому что, по сути-то, их не поддерживали, их, наоборот, старались... налогами обложить эти предприятия. И они очень-очень крутые. То есть наши вот эти вот автобусы, они на европейском уровне. Наши все танки тоже, они на уровне таком, что позволяют конкурировать с известными, то есть иностранными. То есть люди реально старались выжить. И так как украинцы народ не глупый, да, я бы не сказал, что есть глупые народы, на самом-то деле везде народ не глупый. Но просто есть утечка кадров. Так вот, в Украине остались кадры. Удивительно, как они остались. В России, мне кажется, даже меньше кадров осталось адекватных.
Так вот, остались кадры, которые смогли как-то помочь выжить этим предприятиям, которые стали приватизированными. Ну и, собственно, те же, которые все государственные, это говно полнейшее. Я там был, мед пиво пил, как говорится. Я смотрел, что там да как. Скажем так, это места, где производят вату всякую, советскую, вот эту вот, просоветскую. Это они на антимайданы выходили, отчасти они. Они, конечно, большинство из рабочих этих предприятий не пиздили, конечно, майдановцев. Кроме того, вот частные предприятия, наоборот, выходили за Майдан частично. Частично там не выходили вообще ни за кого. Но вот эти вот государственные, естественно, будучи под государством, они выходили на антимайданы. Кроме того, там промывали мозги. Там практически никто ничего не знает. Ну, что-то они производят по старым чертежам, естественно. И это что-то уезжает, естественно, в другую страну, в Россию. Даже если, например, вагоны производят, и они нужны в Украине. Но их увозят в Россию. Потому что так легче распилить на них деньги. То есть те, кто закупают их в России, они выделяют на это больше денег, и на таможне где-то, то есть якобы на таможне теряется половина стоимости этих вагонов. Таким образом, там немножко эти денег получают, немножко те денег получают. И происходит распил таким образом бюджета. Так как вот это вот для городского, для какого-нибудь РЖД, если их покупают, эти вагоны, то, естественно, там не считают деньги, там много этих денег. То же самое наоборот. Покупают троллейбусы не ЛАЗовские, которые Львовского автозавода, а какие-нибудь российские для того, чтобы... Причем забавно, что их здесь и не видели. Ездим мы на старых, а какие-то якобы автобусы, троллейбусы закупают в России. При этом все деньги оседают после таможни или на таможне и распиливаются этими пидорасами. И так везде и всюду. И, в общем-то, я не знаю, все печально. Есть, конечно, и хорошие новости. Ну, какие? Да никаких. Хорошие новости в том, что могло быть и хуже. Это единственная хорошая новость. Так что, если не знаю, вдруг ватник посмотрит, можешь порадоваться. Ну, я как бы никогда не говорил, что у нас все хорошо. Ухо-хо, как говорится. Сам я себя вообще не отношу к какой-либо национальности. Но хотел бы, конечно, чтобы Украина была и Украина была нормальная, а не дерьмовая. Потому что России, естественно, невыгодно, чтобы Украина была нормальная. Да и мы видели российскую власть у нас, ну, пророссийскую. Если пророссийская такая была, то когда чисто российская, мы видим, что это полное беззаконие. Но и украинская тоже отвратительная. Я не знаю, дегенераты полнейшие. Просто наши дегенераты это воры, а в России это убийцы. То есть это и воры, и убийцы, и в общем хуже некуда. У нас хуже есть куда, но скажем так, это не значит, что надо ждать, пока это хуже настанет. Нужно стремиться к лучшему. Ну и на этом я заканчиваю. Давайте продолжим. Посмотрим, хотя бы в Ever-17 мы увидим хорошие какие-то вещи. Прочитаем про них. Так как в жизни хороших вещей очень мало. Ну, хорошие вещи в жизни это секс, вкусная еда, много подписчиков на Ютубе. Все же это понимают. Знаете, как в фильме, очень хорошем советую посмотреть, «Идиократия» называется,
Там, короче, два парня из будущего говорят: «А я люблю деньги». «Эй, я тоже люблю деньги». «А может, ты еще и секс любишь?» «Да, я люблю секс». «О, да мы с тобой лучшие друзья, пойдем бухнем». Ну, там не так, но приблизительно так. Так вот, то есть, естественно, все мы любим хорошие вещи, для нас это очевидные вещи, потому что хорошие вещи, они у всех одинаковые. Ну, что может быть хорошего? Это достаток, счастье, здоровье, много денег, богатство, то есть, любовь близких, там, родных, каких-то людей, вот опять же говорю, женщина, если есть любимая, и так далее. А плохие вещи у всех разные. Кого-то там ограбили, кого-то убили. Хотя это тоже одинаково, но поверьте, принести вред человеку намного больше способов, чем доставить ему радость. Хотя бы если посмотреть на то, сколько есть способов убить людей, а сколько есть способов воскресить людей. Воскресить людей нету ни одного способа, а убить людей существует миллион способов. Это правда жизни. Вот такой вот я самый философский парадигм. Я, возможно, даже это вырежу, хотя нет, не вырежу. Ну, в смысле вырезать для, скажем так, философской речи. Ну, считайте, что если вы любите философию, и вы посмотрели вот, и вы... вам понравилось, то это такой бонус для тех, кто мой постоянный зритель, мой подписчик. Я очень вам благодарен, конечно. Я понимаю, что каждый день заходите ставить лайки, эти 2-3 лайка дополнительных, ну там даже 5 лайков, 6 бывает. Это, конечно, очень муторно для человека. Я даже не помню, когда я сам так ставил, но я в основном смотрю каналы, в которых, скажем так... Хотя нет, на некоторых каналах я ставлю под всеми видео лайки, так что... Но, конечно, те видео гораздо интереснее, чем мои видео. И они профессиональные. Но, впрочем, там и у этих лайков по 3000, и я ставлю под каждым видео там лайки, потому что они как раз политические, эти видео. Ну ладно, не буду я рассказывать, не буду рекламировать каналы. Давайте же наконец-то приступим. Эй, Ю, где та штуковина кислородного лечения высокого давления, о которой говорила Сора? Понятия не имею. Цугуми, что будем делать? Придется поискать. Никто из нас и понятия не имеет, что тут да как. Хе, постойте. Прокашля ученый. Эй, не шевелитесь, вы в порядке? Бывало и лучших, хорошо хоть жив. В ответ он вяло приподнял руки. Этот запах, этот IBF, значит, я вернулся. Хе-хе. Значит, вы все-таки работали здесь. Ну, а как бы он оказался за той дверью? Ну что же, тогда нам нужна ваша помощь. Мы ищем штуковину под названием «Устройство кислородного лечения высокого давления». Мы добрались до смотрового зала, но понятия не имеем, как оно выглядит. Помогите нам, пожалуйста. Да вот же ж они стоят. Кислородного лечения? Да вы говорите о модулях. Здесь должны стоять металлические капсулы с ковриками внутри. Чем-то напоминает кучу цилиндров, приваренных к колонне, видите? Да, прямо передо мной. Это они, Кхе. Держитесь, мы нашли их. Так что не тратьте силы на разговоры, хорошо? На кулаке ученого появилась свежая кровь, как только он вытер свой рот. Просто прочтите инструкцию, с ними легко обращаться. Хорошо, я понял. Сила оставила руки ученого. Я вот чувствую, что этот ученый, это как раз и есть вот тот вот... Блик Виннер, да? Ну или может, не знаю, даже кто он может тогда быть. Ну, по идее, он
типа в четвертом измерении, но как он туда попал, непонятно. И ученый ли это? Ну, просто было бы странно, нам бы не называли его имя, если бы это был нереальный человек какой-то. И причем, который присутствовал в игре. Сила оставила руки ученого. Он сидит в кресле, словно старая безжизненная тряпичная кукла. Давайте положим его в модуль, и Коко тоже. Да, конечно. Они положили Коко и ученого в модуле и закрыли их. Нашла инструкцию? Да, это панель управления. Листая толстую книгу, похожую на руководство по эксплуатации, Ю встала за терминал, расположенный неподалеку. Лечение кислородом под высоким давлением есть. Экраны мониторов, подсоединенных к модулям, моргнули. Кажется, они работают нормально. Надеюсь, все обойдется. Я тоже. Кровяное давление, частота сердечных сокращений и интенсивность дыхания в норме. Они безмолвно наблюдают за Коко и ученым. Хотя еще рано о чем-либо говорить, их лица стали казаться менее напряженными. Опасность миновала. Обошлось. Да, ты права, обошлось. Угу. Кажись, успели. Гав. Все вместе дружно вздохнули с облегчением. Похоже, что самое худшее позади, по крайней мере, пока. Ладушки. Только чур без дела не шататься, договорились? Блин, забавно, что настоящий Такеши похож на меня. Ну, в смысле, он брюнет. Ну а что у них еще? Уши не определишь, похож он на меня или нет. И то есть глаза тоже такие темно-карые или черные, как у меня. Они начали осматривать сооружение. Пытаясь найти способ выбраться, найти рабочие линии связи, даже возможных выживших, и все это с утроенным упорством. Пока Такеши, Цугуми и Кабураки обследуют IPF, Юни сводит глаз с Коко и ученого. Между тем, вскоре Такеши с остальными оказались в небольшом помещении, обшитым сталью. Обшитом, может, а не обшитым. Здесь никого нет, лишь несколько компьютерных терминалов. Термианалов. Воспользовавшись терминалами, они пытаются найти хоть что-либо полезное для себя. И тут они что-то нашли. Реестр посещения IPF Ягами Коко. В списке значится имя Коко. Изучив файл более тщательно, они обнаружили нечто вроде чьей-то личной пометки. Автор Ягами Такеши. Да уж, давненько я не виделся со своей дочкой. Сейчас ее в школе каникулы, поэтому эти 10 дней она отдыхает. Так вот, еще что я могу добавить, раз я уже говорил и продолжу говорить немножко о политике. В общем, типа я говорил, что типа третий Майдан. Но прикол в том, что я не вижу смысла сейчас в третьем Майдане, просто вот как Майдане. То есть было уже два Майдана, и они как бы закончились одним и тем же. То есть, ну, поставили кого-то. Ну, допустим, Ющенко был неплохой, но ему не дали власти. Потом Порошенко не очень хороший, скажем так. Ну, так, средний, скажем так. Он и себе, и другим, но, как говорится, он и себе ворует. И позволяет другим воровать. Поэтому, как бы, то, что он не давит, не жмет, не пытается там кого-то истреблять, это не значит, что он хороший. Но вопрос, допустим, ну, делаем мы Майдан, а дальше что? Делаем хунту? Ну, все, тогда, если к этому времени Рашка не распадется, то она соберет все свои силы и, естественно, захватит Украину. И будет грабить, и, естественно, награбит себе на возможность чего-то пережить, какой-нибудь кризис, вот это вот санкции. А после того, как захватит Украину, санкции снимут, так как, собственно, не из-за кого больше санкции вводить.
И все, то есть конец. Следовательно, Майдан, как бы до того, как Рашка окончательно не загнется, ну, Россия. Кого эти все слова обижают, вы можете пролистать видео, и кто россиянин. То есть это не вариант. Если же после делать Майдан, то есть вопрос, поставить опять нового такого же? То есть если мы хунту поставим, которая будет нормально страну пытаться управить, то она не успеет ее исправить до того, как, ну, собственно, нас сольют тупо. И Европа нам не поможет, так как для них это нелегитимная власть. То есть легитимность понизится, как она понизилась после того, как, то есть, парламент скинул Януковича. Ну, не парламент его скинул, а Майдан скинул. И некоторое время, то есть, Украина была, скажем так, с низколегитимным правительством, и из-за этого вот эти вот все стали возможным захваты всякие. Менты не знали, что делать и так далее, не было команд из Киева. То же самое будет некоторое время. Пока все рычаги перейдут с власти одних во власть к другим. Дальше что? Вопрос, если оставить все это. Если оставить все это, то в принципе вопрос будет, кого потом выберут. Опять же, то есть 4. Самая большая проблема в том, что нету кадров, которых выбрать, то есть нету вообще кандидатов нормальных на выборах в президенты. В парламент идут одни пидорасы, в президенты идут одни пидорасы. Ну, в парламент, допустим, вот самопомощь неплохая, там вот это вот. Правый сектор, там, свобода, ну, свобода, я не знаю. Они, мне кажется, тоже популисты, потому что, по сути, там... Хотя Гриценко, говорят, он неплохо себя... Ну, опять же, он военный. Вот Гриценко можно было бы сделать командующим генштаба вместе с Ярошем. Ну, Ярош, он как бы... Яроша лучше командующим спецназа, вот это вот там. Потому что... Скажем так, правый сектор это спецсилы. Они очень хорошо себя ведут в разведке, в диверсии и так далее. И вообще, то есть Ярош, он очень хороший мужик, человек и так далее. Кстати, он еще и в советской армии служил, как ни странно. То есть фактически тут такое дело, что... Это скорее Украина наследница совка, ну по факту. А Россия это наследница вот той вот Российской империи. К сожалению, кстати, потому что совок, скажем так, он хреновый. Большевики только за счет того, что вообще там пиздец творился. Царь этот мудак был. И за счет этого большевики смогли его победить, потому что у него вообще поддержки не было. А так бы они... Проебали все полимеры, естественно. Но, в общем-то... Прикол в том, что вот вообще никакого варианта нет. Если делать после того, как в России пиздец настанет Майдан, то нужно найти тех, кого будем ставить. И плюс нужно подготовить, ну, то есть, кого в президенты, например, ставить во временное правительство и так далее. И потом выбирать. Но, блин, кого выберут? То есть, во-первых, это деньги на выборы. Где мы их возьмем? Нигде мы их уже не возьмем. То есть, в принципе, Майдан невозможен. Если же ждать, то есть, допустим, у нас появятся деньги... У нас пройдет года 3, или, допустим, года 4, уже будут нормальные выборы. Где гарантии, что к тому времени, вот уже год прошел, и где гарантии, что через 4 года будут нормальные люди? Что в этом случае делать, я не знаю. Как и в прошлый раз, то есть Майдан сделали, но как бы почему
его не делали до этого. И вообще, то есть, такая ситуация получается, что люди из ниоткуда взялись бы, да, им не дают взяться. Вот нету реально сведущих в политике. Вот это вот Саакашвили, он сведует. Но он, опять же, он грузин, и в президенты его взять нельзя, не нужно и так далее. Нам нужно у себя где-то искать нормальных людей. Да и если, например, Саакашвили в президенты возьмем, то кто в парламент пойдет? А в парламент неизвестно кого брать, потому что у нас все-таки парламентская республика. В парламенте одни мудаки. Ладно, продолжаем. Автор Ягами Такеши. Да уж, давненько я не виделся со своей дочкой. Сейчас в ее школе каникулы, поэтому эти 10 дней она отдыхает. Что? Честно говоря, я так долго торчал в этой тесной консервной банке на пару с треклятым вирусом, что завидую своей крохе. Стоп. Пытаюсь найти способ выбраться, найти... Так. Изучив файл более тщательно, нечто вроде чьей-то личной пометки. Такеши? То есть Такеши как-то он... Он здесь застрял. Чего это он здесь застрял? Стоп! Своей крохи. Что? Ягами Такеши? Коко его дочь? Как так? Одно хорошо, когда я сказал ей, что выбил для нее особое разрешение на посещение IBF, она прислала радостный ответ, в котором дала согласие на свой визит. Мы переписываемся довольно часто, но если подумать, в действительности мы не виделись очень и очень давно. Что за бред? Буду счастлив, если она помнит, как я выгляжу. Это значит, что Коко была в IBF еще до 1 мая. Так там написано было Такеши. Чтобы навестить своего папу. ПС, кажется, дочь... ТY, Такеши Ягами, подрабатывает здесь лиму. И не знаю, может, стоит ему рассказать или... Это ты ее, блин, папа! Ну, я не понимаю, как... Стоп. Так там было на Ягами Такеши.